С некоторых пор мы печем хлеб в духовке, ну, в обычной электрической духовке, плите. Вернее сказать, с тех пор, как у нас сломалась хлебопечка, мы стали выпекать хлеб сами. Последние разы очень даже удачно, что здесь немножко другие пропорции, другой режим работы печки. И вот мы методом проб и ошибок подбирали состав теста. Но сейчас вроде получается. Вчера, вернее позавчера, через день это я пеку хлеб. Такая булка хлеба шикарная получилась. Но надеюсь, тьфу-тьфу, это тоже получится. Каравай. Пеку в обычной сковородке толстостенной. Сейчас я ее уменьшу. Ну, вот в такой. И каравай получается очень даже красивый. Ну вот, испечется, покажу. Потом покажу, может быть, в следующем видео сделаю, как я тесто делаю. Ну, его рецептов очень много. И я даже не знаю, есть ли смысл, потому что в зависимости от муки каждый подбирает уже там пропорции под себя. Вот, так что... Я думаю, тут, смотрите, рецептов полно. Мы, в общем-то, что-то среднее, конечно, для себя взяли. Я вообще на глаз все делаю, подбираю. Ну, тесто довольно такое должно быть плотное, не очень мягкое, потому что делали более мягкое тесто, оно опускается. Сначала поднимается, а потом опускается. Тесто должно быть примерно как на пельмени, только чуть-чуть помягче. Не слишком такое легкое и воздушное. На булочке, там, на пирожке может быть. А хлеб должен быть все-таки такое, тесто более крепкое. Так, ну что, разрезаем. Ой, какой пушистый. Мы его на две части режем, потому что нам много, конечно, я пеку. Нам булка надолго хватает. Вот такой хлебушек хороший. Вот. Мягкий-мягкий. А ароматный-то какой. Вообще супер хлеб, конечно. Ну вот, один сейчас порежем, а один уберем кусочек. Вот. Где-то через денька два я буду снова. Вот такой вот хлебушек. Ну, шикарный. В общем, осваиваем мы хлебопечение. Очень увлеченное занятие вместе с мужем. И муж печет, и я пеку. Вот. Будем пробовать там новые рецепты. У меня вот задумка. Хочу сделать еще один такой, ну, как бы хлеб к чаю. Более сладкий такой, выпечку. Но в то же время это и хлеб, ну и с добавками там. Потом сделаю и выложу. Ну вот, такие мы молодцы. Ha ha ha.